Всем привет! Принесла свои орхидеи на кухню поливать и думаю, дай-ка я покажу поближе красоту, которая у меня сейчас расцвела. Но не все, конечно, только покажу те, которые принесла поливать. На вашем экране орхидея Джиллион. Красотка. Одна из моих любимых орхидей. Это ее первое домашнее цветение, и она меня порадовала вот такой вот шикарной гроздью. Красиво. Рядом орхидея Касси. Я думаю, тоже многие знают эту орхидею. Также у нее первое домашнее цветение на новом цветоносе. Хотя она у меня однажды цвела на старом ответвлениях. Ну и, конечно же, красотка Лека Фантастик. Я думаю, многие знают, что у этой орхидеи очень красивый цвет. Шикарный, можно сказать. Очень люблю эту орхидею. Она азиатка, цветет вторым домашним цветением. Вот второе домашнее цветение не такое шикарное, как было первое. Наверное, потому что я заметила те почки, которые созревают зимой, они более, или можно сказать, они менее обильны, чем те почки, которые сформировались за лето и зацветают в зимний период. Наверное, потому что все-таки лето есть лето, много солнца, больше влажности, чаще идут дожди, и поэтому цветочная почка формируется шикарной. Ну и думаю, грех не показать вот эту орхидею, которая цветет вторым домашним цветением и так же шикарно, как и первое. Это у меня ответвление. Первый каскад был также очень большой, красивый. Я была просто удивлена вторым домашним цветением, вот такой вот обильностью цветов. Ну вот, наверное, и все на сегодня. Мое коротенькое видео. Всем вам всего самого-самого доброго, самого прекрасного. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.